Цены на нефть сегодня утром пошли вниз и устремились к 50 долларам за баррель на данных Минэнерго США по запасам ресурсов в стране. Июльские фьючерсы североморской нефтяной смеси марки Brent торговались по 50 долларов и 70 центов за баррель, а июньские фьючерсы на нефть марки WTI по 47 долларов и 70 центов. Минэнерго сообщили, что внутренние запасы черного золота за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 900 тысяч баррелей. Как и недели ранее, участники рынка обратили больше внимания на данные по запасам бензина, а также уровень объема добычи нефти в стране.